Самарец Сергей Силаев пришел в поликлинику за справкой в военкомат и заодно решил сделать прививку от гриппа. Благо, резерв вакцин в областных больницах имеется, а прививочная кампания продолжается. Чтобы не болеть регулярно, каждый раз всегда делаю. Не жалуюсь, все отлично со здоровьем и всем советую. Этой осенью прививку от гриппа сделали более 1 миллиона 200 тысяч жителей Самарской области. Причем свыше 350 тысяч из них – дети. Медики советуют не отказываться от вакцинации, особенно сейчас, в период обострения респираторных инфекций и пандемии коронавируса. Люди, которые вакцинируются, после вакцинации ковид переносят гораздо легче. И если же они заболевают гриппом, то течение гриппа либо бессимптомное, либо легкое течение. В первую очередь врачи советуют прививаться тем, кто входит в группы риска. Это беременные женщины, дети старше 6 месяцев, школьники, студенты, призывники, медики, работники транспортных и коммунальных служб, пожилые граждане и пациенты с хроническими заболеваниями. Всего в областные поликлиники за счет федерального бюджета поступило более 1 миллиона 370 тысяч доз сови гриппа. Для формирования коллективного иммунитета достаточно, чтобы привилось 60% населения. Вакцинация добровольная и бесплатная. Достаточно предъявить полис ОМС. Гульфия Сафина, События.